и скажем: «Слава Богу!» Слава Богу! Библия нас учит, что все видимое на земле временно. Все имеет начало и конец. И сегодня мы пришли на это место и начинаем наше прощальное предпохоронное служение. Сегодня мы говорим нашей сестре Зое, нашей уважаемой, нашей любимой сестре Зое. Сегодня мы не будем говорить «прощай», будем говорить «до свидания, сестра Зоя». Ибо Слово Божие говорит: таков конец всякого человека. И Библия говорит, что такое, что есть жизнь человека. Пар, являющийся на малое время. И сегодня сестра Зоя, ни слова не говоря, молча, свидетельствует нам, что таков конец всякого человека, живущего на земле. И Екклезиаст говорит, 7 глава, 2 стих, что лучше ходить в дом плача об умершем, нежели ходить в дом пира, ибо таков конец всякого человека, и живой приложит это своему сердцу. Лучше ходить в дом плача. Вы правильно сделали, что сегодня мы хоть пришли на это место. У людей, которые категорически не хотят ходить в дом плача об умершем, что-то очень и очень ненормальное с Богом. Но вы сегодня правильно сделали, что пришли на это место, и Слово Божие говорит, и мы приложим это своему сердцу. Мы сегодня выражаем соболезнования от лица нашей поместной церкви, нашему брату Лене, всем родственникам, близким. Примите наши соболезнования. Когда я могилку твою навещаю, под сенью ради гранитной плиты, я часто земное тебя вспоминаю, и снова живое становишься ты. Далекое детство меня приглашаешь, и память мою за собой и зовешь, дабы ты тело меня напоминаешь. По прошлому нежно, как дед, ты ведешь. Всему я хотел у тебя научиться любить беззаветно, от сердца прощать и тихо, но очень сердечно молиться и духом не падать и не унывать. За душу мою бесконечной тревоги меня ограждал от будущих бед. Ты мне говорила о небе, о Боге, читала свои старых и новый завет. Я помню, ожидала картина, она и сейчас перед взором встает. Как юная мать держит Божьего сына, бурям житейский навстречу идет. Особенно врезалась в память, как рано, картина другая, распятый Христос. Об этом особенно помнится мама. Не в силах дела провести без слез. Я видел остройком терновым. Я видел венцы остройком терновым. Его обогренный божественный лик. Узнал тебя я, как в мире греховном. Он непостижимо любил, любви был велик. Не знал я тогда, что тот крест на Голгофе меня поведет христианским путем, что ночью и днем на житейской дороге он будет единым моим маяком. Что Богу найду я на зрелые годы, когда отойдешь ты на вечный покой, что рано или поздно, но вырастут всходы, что сеяла ты материнской рукой. А вы хорошо сделали, что пришли на это место? Потому что мы пришли, чтобы вместе разделить скорбь семьи брата Лени Черножицкого. И так учит нас
Слово Господне, чтобы мы, как тело Иисуса Христа, как Его Церковь, если кто-то плачет, плакали вместе, если кто-то скорбит, скорбели вместе. И, вы знаете, буду читать одно место в Писании, но перед тем, как я буду читать, хочется вспомнить несколько вещей за сестру Зою. Вы знаете, это был человек, с которым было очень легко говорить. Знаете, есть люди, которые по-английски говорят easy going. Это очень открытый человек, и мы с ней говорили очень просто, и она меня очень часто называла, как дела, ветёчек. Так просто, так приятно было на сердце, когда человек открыто говорит. Это было сердце любящее, она очень много молилась лично за меня и за мою семью. Когда мы уезжали на миссионерские поездки, я точно знал, что сестра Зоя, брат Леня, это люди, которые несут на руках молитву лично меня и мой дом и всю нашу миссионерскую группу. Потому, когда мы говорим такие вещи, знаете, как люди, живущие на земле, мы теряем что-то. На небе приобретение. На небе добавился еще один праведник, а на земле потеря. Но, вы знаете, я читаю одно место в Писании, которое нас утешает, и я надеюсь, что утешает всех, кто сегодня особенно скорбит. Это будет первое послание Фессалоникийцам, 4 глава. Я хочу читать 13 стих, который говорит: «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним». Я хочу, чтобы мы обратили внимание на этот стих, братья и сестры. Здесь написано: «Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо это говорим вам Словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что Сам Господь при возвещении, при голосе Архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде, потом мы, оставшиеся в живых, вместе с Ним восхищены будем на облаках встретения Господа на воздухе. И так всегда с Господом будем». И 18 стих, это конец этой главы. «И так», подводит черту, «утешайте друг друга сими словами». Мне нравится в английском переводе слово «comfort». «Comfort». «Утешайте друг друга сими словами». А чем же утешать? Утешать тем, что я уже прочитал в 14 стихе, что если Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Это сильное утешение, которое дает нам основание. Еще 17 стих. Я хочу, чтобы мы подчеркнули. И там конец стиха говорит: «И так всегда с Господом будем». Правда, сильные слова. Даже когда очень тяжело и скорбь. И написано: «Утешайте друг друга сими словами». Придет время, и мы всегда с Господом будем. Я думаю, что каждый из вас, кто уже прожил немножко, вы были на похоронах, на которых нету надежды. Я думаю, хотя бы раз в жизни вы присутствовали на том похороне, где безутешно люди плачут, рыдают, рвут волосы на себе, потому что у них нет надежды. А нас Господь дал нам свое слово и дал нам повеление в таких случаях утешать друг друга такими словами. Что если Иисус Христос умер и воскрес, то умерших в Господе Он приведет с Ним. И второе, которое я хочу еще раз подчеркнуть: придет время, написано, мы, оставшиеся в живых, восхищены будем на облаках встретения Господу на воздухе, а мертвые во Христе воскреснут прежде. Как
какая радость будет, братья и сестры. И как я уже сказал, на небе пополнился еще один праведник, пришел к Господу. Мы потеряли хорошего молитвенника, хорошего хориста, но это все, как уже брат передо мной говорил, временно, а невидимое вечно. Поэтому мы сейчас помолимся нашему Господу. И помолимся еще раз, чтобы Бог утешил сердце брата Алёни, всех родных и близких. Потому что живущие люди на земле, имеющие связи, особенно муж с женой, это рвется, потому что Бог сказал, сделай из двоих одно. Но сильное Божье Слово дает нам основание на то, чтобы мы утешали друг друга, что придет время, где не будет плача, скорби, болезней, где будет вечная радость. Слава Богу, братья и сестры. Это много из тех детей, которые мы в русской школе были, может, 10 лет назад, некоторые не так долго назад, но просто хотел кратко поделиться. Тетя Зоя, мы так ее называли, когда были в деленной тетя Зоя в классе, и я больше познакомился с тетя Зоей, когда уже начал в хор ходить, мне 15-16 лет. Она всегда была добрая, как брат Виктор говорил, она всегда говорит, Олежек, как у тебя там дела? Очень, очень нежная, очень добрый человек, и был очень хороший пример, что она всегда была довольна. Ну, я знал, что она болеет. Подходишь хоть когда-нибудь после служения и говоришь, тетя, как у вас дела? Она говорит, знаешь, Олежек, слава Богу, мы живы, мы на служении, слава Богу. И всегда до самого конца она была на служении, была пример для нас, что мы должны ходить в служение до самого конца, и служить Богу, и не менять служение на что-то другое, на отдых или на какое-то другое. То мы очень сожалеем, Деленя, и любим вас, и хотели эту песню посвятить тете Зое. И во славу Богу. Oh, yeah.
больше монолог. Ну, пусть он принесет какое-то утешение для вас. Прошла ты путь свою жизнь близ земной. И вот сегодня, Зоенька, прощаемся мы все с тобой. Хотя твой голос еще звучит в наших ушах, а образ дорогой твой стоит в наших глазах. Тебя мы очень сильно любим все, прекрасно понимая, что ты уже не здесь, не на земле. Пришли сюда мы все лишь твое тело продолжать. И ты не представляешь, как тебя жалко отпускать. Пример огромный ты оставила для нас. Всегда была ты позитивной, и даже в свой предсмертный час ты в Доме Божьем была до самого конца. Никто и никогда не видел твоего хмурого лица. Любила хор ты наш и пела в нем всегда, и спевки ты не пропускала, практически ты никогда. Ходила на молитвы вместе с мужем по утрам. А если получалось, то приходила, приходили также мы по вечерам. Тебя действительно нам сильно будет не хватать. И как на океане без тебя мы будем отдыхать. А ты ведь собиралась ехать с нами и на этот раз. Да только ты не знала, что пробьет уж твой последний час. Счастливая ты, Зойка, ты уже на небесах. Ты встретилась с Иисусом, ты ликуешь. Это мы в слезах, а ты уж восклицаешь в хоре неземном. И знаю, ты не вспоминаешь о прошлом, о плотском. Спасибо тебе, Зойка, за все, за доброту души твоей, за твое тепло, за ту любовь, которая искрилась в твоих глаз, и за сердечный твой подарок для хористов, для всех нас. До встречи, милая, родная. Мы не говорим тебе прощай, мы разлучаемся на время. Ты на небе нас встречай. Вот только мы не знаем, кто ж теперь следующий из нас. И для кого теперь настанет и пробьет последний. Thank you.
это мне очень трудно говорить сегодня. Она очень любила, чтобы я рассказывала стихи. Она была как моя вторая мама. Ее жизнь была очень примерно для нас, она очень всех любила и всегда очень нас всех молилась. Но она сердце свое молила за тех, кто еще не знает Господа, кто еще, может, не так близко, какого они хотят. Я думала, какой стих выбрать, рассказывать сегодня. И мне сердце Бог положил рассказать стих. Может, кому-то затронет сердце сегодня. Называется «Возвращайся». Возвращайтесь, ушедшие тайны. Возвращайтесь, поправьте меня. Вы свой путь начинали славно. Да, упали, но время вставать. Возвращайтесь, пока есть возможность. Надломите гордыню внутри. Здесь уже не нужна осторожность. Важно просто решить и идти. Возвращайтесь, ушедшие явно хлопнут дверью и выкрикнут чушь. Пусть грехом подловили вас хабарно хитрый враг человеческих душ. Приползайте и стыд поборите. Вот толкайте душою во свет. Возвращайтесь, рыдайте, орите, без молитвы прощения нет. Прибегайте, спасение рядом, пока есть еще шанс, день и вздох. Отыщите спасителя взглядом, как бы вас не пугал диалог. Кто же скажет и кто как посмотрит, если разница, время сбежать. Она рядом рыкает, бродит, ложью брызгает благодать. Возвращайтесь, пусть вы разменяли на поклёпку любовь и покой. Даже если когда-то плевали на того, кто прикрыл вас собой. Пусть ушли далеко и устали, по утрам слышать вышних спиней. Руки Господа не перестали поднимать непослушных детей. Встаньте, блудные дочери, встаньте, как безблудные сыновья. Отговорки искать перестаньте, поспешите, спасайте себя. Хватит гныть суетой, прикрываясь, жизнь без Господа просто пуста. Все вы можете идти, спотыкаясь, когда прячет лицо от Христа. Но одни остаются трясенье, а другие всех своих сил. Руки тянут из смертной пучины и взывают, что Бог их простил. И таких Иисус отнимает, груз бедный сам снимает с плечей. Возвращайтесь, о тот, кто прощает и не ждет ваших умных речей. Что на сердце, как есть, расскажите. Если голос откажет кричать, прошептите ему, прошепчите. Он умеет и стон понимать, как отец. Он пойдет вам навстречу, нет, скорее всего, побежит. Скажет, верю, прощу, обеспечу. Только больше прошу, не греши, помогу. Мой родной, не забуду, я теперь боль твою исцелю. Буду рядом навеки и всюду, потому что безмерно люблю. Руки Господа не перестали, нет послушных детей поднимать. Возвращайтесь, вы так начинали, да, упали. Thank you.
Слава Богу нас! И Зоя этому свидетель! Потому что это только любовь Божья нашей сестре помогла нам все оставить в себе вечерний час и прийти ради того, чтобы уважить сестру нашу. И я вам хочу сказать, что вы блаженнее, чем я, потому что вы очень часто ее видели. Вы очень часто с нею общались. И имели тесное общение со Христом Иисусом вместе. Я хочу засвидетельствовать, как я с нею познакомился. Я очень ее хорошо знал, но только голос. Он был очень лаконичный, твердый, уверенный и приятный. Она звонила не часто, но просила, чтобы помолиться и всегда подчеркнет, я не хочу надоедать, потому что у вас есть и другие нужды. Но нам очень приятно было вместе с нею молиться. И нам очень приятно было, как она звонила, брат Леня звонил, и мы общались только по радио. Потому что в лице я ее ты не знал. Но настал такой момент в жизни нашей, что что-то побудило, что-то тревожило. Возьми телефон ее, позвони ей. И я позвонил, я сказал, после передачи, сестра Зоя, дайте, пожалуйста, ваш телефон, если это возможно. И она свободно это сделала, дала. И мы с братом Олегой и его женой Любой собрались и поехали их навести. Так как это нам привычно, потому что мы участники группы посещения больных, мы часто это робим большой нашей группой, но это мы поехали втроем. И вам не передать, сколько мы получили на зидание в этом доме. Какое общение было со Христом? Как близко была Его благодать, которая наполняла наше сердце? Нам бесконечно хотелось говорить о милости Господь, о всех Ее обетованиях, которые Он оставил в этом авторитете книги сей. И мы беседовали, говорили, сестра Зоя только подтверждала, аминь, только так, аминь, и не иначе. Она хотела исцеления, она еще хотела служить Господу, но при всем том она сказала, Господь, да будет воля Твоя, как Ты определил. Как определило небо, как Ты положил в планах Твоих, так да будет, Господи. Потому что определение Твое всегда лучше наших желаний и хотений. Слава Богу нашему. И так мы пробыли у них много времени, но понимая то, что она больная, много ей нельзя докучать, и мы расстались. Она еще на дорогу напоила нас по стакану компота. Мы благословили друг друга. Нам трудно было расставаться, хоть мы и не думали, что это последний раз, первый и последний. Мы планировали еще в очередную субботу всей группой посетить, прийти, помолиться, попеть, побеседовать. Но Господь определил другой. Даже когда она и не звонила на радио, но когда мы вели передачу, мы всегда ее помнили и всегда за нее молились. Потому что она нам стала очень близко и дорога по духу. Но последний раз,
когда мы заканчивали передачу и молились за больных, и молились за Зою, усердно молились. И к печали нашей очередной звонок, и я думала, что то очередная нужда. Но то звонит сестра и говорит: Зои уже нет, в пятницу она померла. Вы не можете представить, как во внутренности будто бы что-то оборвалось, и ком стал поперек горла, надо говорить, а не можешь ничего сказать. Господи, помоги! Господи, благослови! Ступися, Господь! Потому что надо что-то людям говорить. И так мы расстались с сестрой Зоей. Но Слово Божие нам напоминает и кажет такие слова. Дабы мы не унивали, дабы мы верили, то, что Филиппийцам каже апостол Павел. Каже, наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которую Он действует и покоряет себе все. Аминь. Это надежда. И еще Иоанн говорит: я видел новое небо и новую землю, исходящий чудный, дивный город Иерусалим. Новый Иерусалим, нерукотворенный, в котором будет жить всякий побеждающий всякое зло, и унаследующий жизнь вечную, и входящий в число небесное, тот будет вместе со Христом во веки и веки. И тогда мы все вместе встретимся там и узнаем друг друга, и будем со славословием на устах величать нашего Господа. Ему слава да будет во веки. Аминь. Брат Леня, не унывайте, надейтесь на все обетования Божьи, и придет черед наш в свое время, и мы все будем там. Аминь. Почему нет?
спрятался. Я являюсь. Хотя я всегда думала о тете Зое, как моя родная тетя. Но на самом деле она не является бабушкой. Она тетя моего папы. Бабушка моего папы, мама моего папы, ее самая старшая сестра. И вы правильно как бы подметили. Она всех как-то называла как-то так. У нее было вот такое, она как... часто к ней ездили, она к нам приезжала часто, и вот она вот так придет, обнимет меня за плечо, и вот так смотрит на меня, прямо в глаза вот так пристально смотрит, и говорит, ну, Аллочка, как у тебя дела? Тетя Зоя, говорю, у меня все хорошо, ну смотри мне, чтобы ты служила Богу. И вот так до сих пор она у меня как-то звучит в ушах, ее голос, как она вот это... произносила, как она так говорила. У меня всегда такая жизнерадостная была. И всегда она такая смешная еще была. Кто ее знает близко, она очень была смешная. И она так прямо говорила, но так это было смешно иногда, что мы прям... И просто очень хотать. Я хочу прочитать немножко. Мы написали небольшую биографию ее. Когда она родилась, и вот немножечко по ее жизни прочитать. Рачишна Зоя Лукьянова родилась 16 июня 1952 года в селе Малый Живуцк Владимирецкого района на Украине, христианская семья Лукаша Рачишина. С самого раннего детства она отличалась своей крепостью. Среди всех своих сестер она была как правой рукой отцу своему. Могла помогать ему колоть дрова, косить сено. С детства она была ответственна за доставку сахара, хлеба домой. В основном детство ее прошло в работе, в заботе о младших сестрах. В 1980 году, когда умирал ихний папа, он сильно переживал за них, как они будут. Оставалось 8 сестер, 1 брат. В маленьком домике, в котором они даже не имели погреба, чтобы хранить какие-то закрутки и продукты. Но, зная боевой характер тети Зои, она не отпустила руки, а собрала сестер и брата, и они все вместе построили погреб для своей семьи. Через некоторое время открылась эмиграция в Америку, и Зоя эмигрировала в 1993 году вместе с тетей Любой, чтобы помогать ей с детками. Они приземлились в Калифорнии, прожил там один год. Они переехали в город Мазаслейк, штат Вашингтон. Начали посещать там поместную церковь. Жизнь была нелегкой. На протяжении некоторого времени она не водила машины, ходила пешком, убирала дома для людей, пыталась заработать немного денег. Потом она перешла работать на мясной комбинат. Работала там около 3 лет. Работа была тяжелая. Но она усердно собирала деньги, чтобы приобрести для себя транспорт. Но ей так и не удалось это сделать. В 1997 году она принимает решение возвратиться на родину, чтобы ухаживать за своей пожилой матерью. Тем же летом, в 1997 году, некоторые братья предлагают брату Лёне Кернежинскому познакомиться с сестрой Зоей. Она ему понравилась, и он сразу вызывает ее себе обратно в Соединенные Штаты, и в сентябре 1997 года пастор Виктор Матвеев их сочетал. И жизнь полилась своим чередом. Они начали делить вместе радости и переживания друг с другом. И кажется, что все было хорошо. Они посещали поместную церковь, тетя Зоя пела в хоре, служили Богу и были молитвенными. Но вдруг неожиданно нагрянула первая беда. И в 2005 году на Украине, в городе Кузнецовск, во время визита, Зоя ставит первый диагноз.
рак прямой кишки. Ее положили в онкологический диспансер в городе Ровно. По возвращению в Соединенные Штаты она к врачам не ходила из-за отсутствия медицинской страховки. Они молились, просили у Бога милости и исцеления. И действительно, Бог укреплял, давал силы. Прошло несколько лет, и в 2008 году, когда появилась медицинская страховка, тетя Зоя пошла к врачам, чтобы провериться. Но признаков рака они не нашли. Но по прошествии года в дверь постучала еще одна беда. У тети Зои начался сильно подниматься сахар. Но с помощью медицины это можно было контролировать. И жизнь как бы налаживалась. Но вдруг в 2012 году семью постигает очередной удар, и врачи ставят опять диагноз, что рак возвратился. Началось лечение. Она прошла курс облучения и частично химию, терапию, но из-за сердечного слабости сердечной ей это отменили. И вот последние годы своих жизни она провела дома с мужем, с семьей, с детьми, с друзьями. Навещала нас часто. Много молитв было вознесено за ее исцеление. Но, видимо, Бог определил по-другому. В пятницу, 16 сентября, рано утром, она сделала свой последний вздох. И тетя Зоя Лукашева, Гернижинская, ушла домой к Иисусу. Но мы не должны унывать, потому что Слово Божие говорит: блаженны умирающие Господи. Мы будем очень скучать. Я очень коротко хотел вместе с вами сказать слава Богу. Слава Богу. И выразить Леонид Михайлович соболезнования нашей семьи, детям. Очень жаль, конечно. Но Екклесиаст говорит: человек не властен над духом, чтобы удержать дух. И нет власти у него над днем смерти. И нет избавления в этой борьбе, и не спасет ни честь, ни честь его. Бог определяет дни жизни каждому из нас. Я думаю, что Бог закончился ее путь, Бог определил, и поэтому пусть Господь благословит и утешит. Я хотел бы сказать, когда я находился в этой церкви, эта семья, она оказала любовь и гостеприимство. У них очень широкое сердце. Они очень гостеприимные. И я присоединяюсь, как брат Виктор говорил, Ирина говорила, что это была примерно харистка, очень добродушная, открытая, прямая. Причем прямота ее была без грубости, без жесткости, без резкости. Она была мягкая, но она говорила правду. И, как Виктор говорил, она Витечек, Славочка, Славунчик. Она так относилась и говорила, и это было приятно, вроде бы так по-детски, но это было так близко. И поэтому пусть Господь благословит подражать ее жизни, ее хождению, ее отношению к служению, к церкви и к семье. Господь благословит ее широкое сердце. Она была открыта, она принимала, она благословляла, она молилась. Господь да благословит всех близких, родных, сестер, брата. И Господу за все слава. Меня зовут Адам Кулков. Кто слушает передачи, молитвенный час, особенно понедельник утром, я веду эти передачи. И я думаю, что вы слышали, если вы участвуете, вы слышали наш разговор
сестрой Зоей. Я с ней лично не знаком, но по радио, как уже брат говорил, я познакомился с ней. И вы знаете, ну, видно, вот эти чувства, которые Бог нам дал, они как-то сродняют. Вот она позвонит, вы знаете, и такое как-то аж наполнение, такое, ну, приятно, так она просто как-то, ну, я думаю, ну, просто у человека есть такое Богом данное. Она просто так неутомительно, доступно сказала свою нужду, попросила, извинилась, и так мы всегда с ней общались. И вы знаете, мне пришло на память один когда-то неверующий человек, говорит, я не пойму верующих людей. Как они живут, я им не завидую, говорит. У них жизнь сложная, говорит, их постоянно смеются над ними, преследуют. А вот как умирают, я, говорит, завидую им. Вот что-то у них не то, что в нас. И действительно, друзья дорогие, я вот хотел бы, давайте сегодня каждый возьмем для себя, как надо умирать. Знаете, когда придешь к старым людям, уже смотришь и года, и уже и время может быть, уже и детки уже так устали, а они так держатся, так хотят еще жить, и так еще даже, ну, еще помолите, чтобы я еще прожила и прожил. А вот, вы знаете, хорошо, когда мы знаем свое время. Я тоже пережил разлуку и в Атулёне соболезную. Но хочу, чтобы возложил надежду на Бога, потому что у меня тоже были такие отчаяния. Я говорил жене, что и когда я молился, я говорил, Господь, если ты ее не исцелишь, то забирай меня. Я не хочу жить сам. И она мне сказала, не делай этого. Не делай этого. За меня не молись, потому что я готова. Я знаю, что если даже Бог меня сейчас исцелит, то завтра что-то другое будет, какое-то трудности, горе, переживания. А сегодня я готова. Сегодня я готова перейти, и поэтому не надо. Приходили сестры некоторые, говорят, мы будем за тебя поститься, молиться, чтобы Бог тебя исцелил. Мы хотим, нет, не надо. Я сегодня готова. И вы знаете, и она мне сказала, твое время придет. Твое время придет. Не проси себе смерти. Придет Господь. Будь готов только перейти. Поэтому, друзья, давайте научимся жить и умирать. Это мое такое желание. Да благословит Господь по Атулёне. Укрепит тебя и надежду на вас. Это приятно слушать. Хорошие дела, да, когда идут за человека, он идут. И плохие идут за человека, и хорошие дела идут за человека. Я брат, родной, моей сестры, старший брат. Лёха, 70. Не просто мне, конечно, говорить для вас, не просто. Шкребет здесь. Провожал я свою бабушку, я ее помню, дедушки не помню, но они были верующие. Мать провожала, небеса. Отца провожала, вот сестру провожала, брата провожала. Знаете, как тяжело. Кто это переживал, может представить себе. Не просто провожать, а оно как-то тает здесь. Не можно сказать, что нужно сказать. Здесь мои соседи, близкие, самые близкие соседи не знают нас. Я еще раз подчеркиваю, человек умирает, одевается за ним. Блаженные мертвые, которые умирают в Господе. Блаженные мертвые? Мертвые блаженные, представляете? Блажен Казал, который живет и долго живет, и нажил что-то много. И все остальное говорит, блаженные мертвые. В небесах Родина моя, Родина наша в небесах. Есть надежда на встречу. Отца нашего небесного обители много. Все верующие будут там, не просто верующие, очищенные, верующие, надеющиеся на Господа, который Иисус Христос есть Спасителем. Немножко о Зоиске. Судьба ее прошла в тяжелой атмосфере.
Не можете зачитывать библиографию так хоть поверхностно. Да, я хочу чуть-чуть добавить. Она с детства пела. До конца пела. Я бы хотел, чтобы все пели. Славили Господа. Он человеку прощает грехи, когда человеку сознает и оставляет, и благословляет, и хочет, чтобы все верующие в Него были в небесах. Приятно это, приятно. Пусть Бог нам всем поможет. Видела она бедных, не только видела, но посещала она с сумкой, с полной сумкой. Ну, не бессмертный, и все он ему рассказать. Но подражать стоит. Подражать стоит. Знаете, часто молодые не могут, как говорят, запросить хор. Давайте, давайте, давайте. А есть люди, которые не можно с хора вытянуть до старости. За 60 все поют. Хай Бог блажит, что вы пели, сколько у них есть духу петь. Их награда их не ждет. Я еще раз повторяюсь, приятно слушать. Давайте будем подражать верующим Господа, подражая вере их за рано кончили их жизнь. За кончили их жизнь и в сарае. Они приходят по смерти в жизнь вечной обители неба. И вечная радость, и болезни нет, скорби нет. Работать не надо. Славля, славля Господа. С пальмовым ветром в руках. Не женятся, замуж выходят, а вечно пребывают в славе Господней. Туда стремится, рвется наша душа. Я верю. Я верю в это. И вы верите. Давайте сохраним с надеждой на Господа, что мы были все там, встретились своими родными, своими мамами, своими дедушками в небесах. Пусть нас Бог благословит ваши добрые желания, добрые слова, добрые дела. Все у него упомянуты пред Господом, записаны в своих добрых делах. Но не думайте, что они забыты. Нет, они не забыты. Я думаю, хватит для вас хорошего рассказывать. Будем подражать, поддерживать один другого и помнить верующим Господом до конца своего жизни. Возлюбленные братья и сестры, я благодарен Господу и вам, что вы пришли разделить мои скорбь и печаль. Я недостоин милости, которую вы оказали, посетив своим присутствием это место. Вы пришли, чтобы утешить, чтобы разделить мою печаль и скорбь. Слава Господу! Друзья мои, братья и сестры, я сердечно вам благодарен. Благодарен Господу за те мгновение жизни, которое я прожил с своей женой. Мы прожили 19 лет. Мы прожили легко и радостно. Жизнь так быстро прошла. И вот опять настала разлука в жизни моей. Таково определение Господне. Что бы ни случалось в жизни моей, я уже трижды теряю своих любимых, дорогих людей. Но сердце мое всегда наполняется благодарностью Господу. Мне кажется, что бы ни случалось в жизни нашей, мы должны быть радны величию Господа, ценить тем, что Он дает в жизни нашей. Пусть Господь поможет и мне, и вам, каждому, пройдя этот жизненный путь, взглянуть
увидят то вечное, которое мы приобретаем от нашего Господа. Бог наш велик, и милости Его полна земля. И эти трудности, они временные, временные печали, временные разлуки. Нас ожидает небо, нас ожидает то вечное, где не будет плача, где не будет скорбей. Пусть Господь поможет нам всем успокоиться там, в вечности, в небе. Пусть молитвы наши будут к Господу, чтобы Он укрепляющий, обновляющий силой и благодатью Своей помог всем нам, и вам, и мне дойти до вечности. Я думаю, что наша цель, что наш смысл жизни дойти до вечности, дойти до неба, увидеть там ту красоту, увидеть всех близких наших, друзей, любимых, которые мы любим, которые мы жалеем, за которых мы заботимся, за которых умер Христос. Пусть эта жертва ни для кого не будет напрасна. Пусть Бог вас благословит обилием своих милостей от своей могучей и щедрой руки. Пусть Он всех вас воздаст вам 100 раз всеми милостями и Его святыми благословениями. Я сердечно благодарю вас, братья мои и сестры. Я сердечно благодарю вас, благодарю Господа, что вы вместе со мною разделяете эти минуты скорбей моих. Слава Господу! Благодарю хор, благодарю братьев-служителей, благодарю всех моих друзей. Вы мои друзья, вы друзья Христовы. Пусть Бог вас обильно благословит. Семьи ваши, дома ваши, детей ваших и внуков и правнуков, да будет имя прославлено. Бог достоин славы, и я всю эту славу ложу на Его алтарь. Я благодарю Его, я величаю Его. И что бы ни случилось в жизни моей, я хочу иметь эту чудную встречу с теми, которые уже сегодня ушли от меня. Но не разлука пусть пугает нас, но радует та чудная встреча, которая будет там, в небесах. Так, я хочу принести свои соболезнования, брат Воля, тебе, твоим близким, твоей семье, твоим друзьям. Так получается, что я становлюсь свидетелем уже второй трагедии в твоей семье и приношу вот эти глубокие соболезнования, потому что тот, кто терял, тот знает цену потери. Я терял. И то, что ты потерял, это, наверное, вдвойне, втройне, это боль, это то внутреннее, что живет в человеке, что сопровождает человека долгие годы. И жизнь человека, она как бы подвержена вот этой трагедии, этой потере, хотя, может быть, со временем оно как-то все это становится не таким острым, но воспоминания и боль, они остаются у нас на долгие годы, поскольку мы привязаны к этой земле, привязаны к ее ценностям. Все, что мы сегодня имеем, семья, все, что нас окружает, при нашей как бы узости восприятия ценностей, для нас это все ценно. Ценно все, что окружает, что близко для нас. Мы не знаем то, что нас ожидает, не до конца это знаем, не понимаем всего того величия и того преимущества. Но я хочу прочитать место Священного Писания, которое будет обращено практически к нам, которые сегодня еще могут что-то делать, могут прилагать усилия, могут восхищать Царство Небесное усилием, братья и сестры. И вот именно к нам отнесется это слово. Слово, которое должно ободрить нас и, знаете, как-то воодушевить, мобилизовать нас на то, чтобы тем, кто сегодня еще только встал на путь,
те, кто его уже в середине идут, те, кто его заканчивает, все равно для всех живущих и спасающихся людей есть возможность еще спасаться. И вот я прочту место, это самые последние слова Откровения, которые уже как бы заканчивают повествование Библии. И здесь как раз то место Писания, которое как бы сегодня более актуально относится к нам, потому что именно оно будет определять наше будущее. Вот место Писания, это 22 глава, 14 стих. «Блаженные те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами». Братья и сестры, вы знаете, что блаженство, оно может существовать как для живущего на земле во плоти, может существовать, значит, оно распространяется и на вечность. Здесь это ясно написано, блаженны те, которые соблюдают заповеди. Значит, это блаженство, оно придет туда. Оно придет туда вслед за нами. И оно будет каким-то, знаете, особым, не тем, что мы сегодня. Но мы понимаем значение слова блаженство, мы имеем в себе какое-то представление. Значит, оно складывается из разных таких аспектов жизни, там маленькие, большие. Но я думаю, что все, кто знает язык, они понимают, что такое блаженство. Но мы не понимаем того глубокого значения, которое Библия дает, как бы представляет нам о том, что будет там. И мы не можем сегодня рассказать. Единственное, это есть слово, которое определяет это состояние. И вот здесь ставится, как бы для нас с вами, условия того, значит, блаженства, которое должны мы с вами получить. И это условие соблюдения заповедей. Нет, сегодня я не призываю вас, не подумайте, что я призываю куда-то там в субботу или еще что-то. Это те заповеди, конечно же, которые заповеданы и Старым Заветом, и уже Новым Заветом. Это то, к чему мы с вами стремимся – совершенство. Совершенство внутреннего человека. И вот смотрите, я прошу еще место Священного Писания, которое написано в самом начале. Это в то время, когда уже после того обетования, которое дал Бог Аврааму, через 430 лет он, значит, заключает завет с израильским народом. И для израильского народа определяются такие, знаете, не блаженство, то благословение. И вот сравнение того, что я вначале сказал, и то, что Бог заповедал для израильского народа, опять он ставит вот это условие. Я хочу вот на этих понятиях условия сегодня как-то мобилизовать на всех к тому, что только прилагающие усилия восхищает Царствие Божие. И вот написано так, и это вы знаете, 28 глава Второзакония, здесь, значит, 13 стихов, по-моему, если не 14, и даны, значит, все вот эти обетования Господа для израильского народа. Здесь они описаны как бы в таком физическом плане. Это и плод чрева, плоды, значит, волов, плод овец, благословение житниц. Я не буду уже все прочитывать. Значит, при входе, при выходе, и перед тобой поразит Господь врагов. Значит, вот это все, что определяло жизнь израильского народа на земле. Казалось бы, что нужно для человека? Благополучие, правда? Благополучие, которое должно окружать, значит, жизнь человека. И Бог дает это благополучие израильскому народу. Он дает его, определяет его во всей полноте, во всей широте. Значит, то, что нужно человеку того времени, Бог дает израильскому народу. Но ставит вот это условие. Условие, значит, исполнения заповеди. Опять же, вот это исполнение, вот это подчинение Богу, значит, всей своей сути, всей своей жизни. И придут на тебя все благословения сии, и исполнится на тебе, если будешь слушать гласа Господа Бога твоего. И здесь, как я уже в конце прочел, это все повторяется. И последние вот эти, которые слова определяют все наше бытие. И возможно тогда, когда мы с вами, знаете, перед, я присутствовал
при переходе некоторых наших братьев, сестер, когда нужно было, значит, принять исповедание, услышать последнее слово. Вы знаете, вот это осознание, осознание того, что не все сделано, не все осмыслено, не все исповедано, не все сказано кому-то, что-то недоделано. И вот человек уже практически на одре, именно вот на одре, он уже начинает как бы доделывать эти дела, доделывать недоделанные дела, кого-то обидел. Братья и сестры, вот это все входит именно в перечень вот этих заповедей. Я не могу уже распространяться, вы понимаете, что я только прочту место Священного Писания, это написано... В 15 главе, значит, коротенько, чтобы понятно хотя бы было, о каких заповедях идет речь. О каких заповедях? Может, молодые люди сегодня не понимают это, может, они думают, что все это идет как бы в Старый Завет. Ну, в Старом Завете также это все отражено. Но когда Христос, значит, говорит эти слова, если заповеди мои соблюдете, пребудете в любви моей, как я соблюл заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви, сие сказал я вам, радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна. Значит, то, что Христос передал, ходя по земле, значит, передал Духом Святым сегодня для нас, живущих с вами, вот эти законы божественного бытия, значит, на этой земле, мы с вами имеем вот это бытие в Боге, в Духе Святом. И мы сегодня с вами часто как бы являемся противниками вот этого обетования, того, что даст нам великое наследие. Братья и сестры, мы сегодня стараемся в своих проповедях, значит, в свидетельствах, в обращении к детям своим, мы стараемся вот это напомнить, мобилизовать, чтобы сегодня мы стали с вами исполнителями вот этого великого обетования, которое Господь когда-то даровал народу своему, исполнить Его заповеди. Сегодня мы исполняем заповеди Иисуса Христа, совершенствуя свою суть, свою внутреннюю суть и приводя себя в то должное состояние, которое должно унаследовать Царство Небесное. Казалось бы, все просто. Писание, Священное Писание дает очень ясное представление, что нужно сделать, какие, значит, черты человеческого характера, значит, нужно подчинить воле Божией, законам божественным. Вроде бы все просто, чтобы у нас не присутствовали вот эти отрицательные факторы, там, злоба, раздражение, любое, все вот отрицательное мы можем прочитать, чтобы оно не именовалось. Казалось бы, просто, но оно живет в нас. Оно прорастает, оно дает всходы. И вот эта борьба, я вот сидел, слушал и думал, а если бы человечество жило, как вот Бог не ограничил человечество в своем бытии, и, допустим, человечество жило бы сегодня 1000 лет. И представим себе, если бы это происходило вот при нашем сегодня, вот этом веке, в котором мы с вами живем, наверное, не спасся бы ни один человек. Вот мне представляется... Ну невозможно, невозможно, живя 1000 лет, значит, имея, значит, вот такое окружение, значит, вот этого мира, давление этого мира, спастись невозможно. И Бог, вероятно, ограничил жизнь, зная все это будущее, в которое мы с вами сегодня вошли. Я как-то пытался так немножко анализировать, ну, жизнь некоторых людей, и вот мне вспоминается, был у меня такой друг, который умер очень рано. Это был человек очень такой богатый, внутренний, знающий хорошо Священное Писание, очень хорошо. И знаете, вот есть люди, они отличаются как бы каким-то вот внутренним богатством. Вот сегодня свидетельствовали о Зое, о ее, значит, вот это внутреннем таком состоянии, которое ощущалось всеми вами. Значит, ну, Леня и Зоя, они, вы, наверное, знаете, что они были членами нашей церкви. Они вышли от нас с Конкорда, и мы их
не так много знали, конечно, как вы, они и с вами были. Вот, мы знаем, значит, Ёмин и его предыдущую трагедию. Все это было на наших глазах. И я тоже, вот мне вспоминается, когда братья стали свидетельствовать о Зое, мне вспоминается тоже ее вот эта жизнерадостность такая, знаете, неподкупная жизнерадостность. Она была таким свободным, веселым человеком, но такое она мне запомнилось. Потом я ее, конечно, мало видел. Но это экскурс в прошлое. Братья и сестры, я сегодня еще раз хочу напомнить, время наше закончилось, что для нас с вами есть еще драгоценное время, чтобы свой дух привести в совершенство, исполнить заповеди любви на этой земле. Сегодня, как в мире говорят, они не котируются. Сегодня мир не воспринимает наши вот эти ценности, христианские ценности. Они сегодня, мир далек от них, и он с презрением смотрит, как на христианскую слабость. Даже любовь сегодня, которая может обращена друг к другу, она сегодня тоже не очень хорошо оценивается. Сегодня мир сильных, победителей, гордых. Мы с вами другие люди. У нас другие с вами ценности, о которых мы с вами напоминаем с кафедры, говорим. Пожалуйста, давайте мы будем с вами стараться, чтобы вот эти божественные истины, заповеди... Бог же не есть, Бог мертв, но живы. Ибо у Него все жив. Слава Богу! Для нас, людей, живущих на земле, кратковременных, как и сами говорим, сестра Зоя, близкий для нас человек, она мертвая. Она умерла. Это мы на нее смотрим, перед нами гроб, и там сестра Зоя. Но Бог смотрит совсем по-другому. У Бога нету мертвых. У Бога люди оставляют временную жизнь и переходят в вечную жизнь. Я заметил, если вы обратили внимание тоже, я заметил, это не так часто я замечаю, но сегодня ни разу не прозвучала такая фраза от кого-либо, кто сегодня говорил, что мы жалкие утешили. Заметили, сегодня никто этой фразы не произнес. Обычно на похоронах я слышу эту фразу по несколько раз, даже по несколько десятков раз. Не всегда ее подсчитываю, но обращаю внимание, много-много выходит. И каждый хочет сказать, я жалко утешить. Я не могу больше чем-то утешить, а вот жалко. Сегодня никто этого не говорит. И знаете почему? Потому что мы не жалки утешения с вами, братья и сестры. Мы имеем надежду на живого Бога. Мы живем, Господь, движемся, существуем. И нам очень жалко, сестра Оля очень хорошо выразила в стихе, можно сказать, всю боль нашей церкви, всех нас, церкви, друзья, Христовой, расставаясь с сестрой Зоей. Но мы не скорбим, как прочие, потому что у нас есть надежда. И мы знаем, что сестра наша, сестра Зоя, имела эту надежду, и с этой надеждой она закончила жизнь на земле и пришла в жизнь вечно. Поэтому я еще раз выражаю соболезнование. Уже говорили, и еще раз хотел бы сказать, мы люди на земле, знаете, когда хоронили одного из таких учеников, близких в то время апостолов, и которого погубили камнями Стефана, да? Помните эту историю? Это был один из диаконов, семи диаконов, которых первых избрали. Это был муж Божий, исполненный мудрости, написано, и силы. Это благословенный был, его хоронили, написано, и немалый плач по нему сделали. И если вы обратили внимание, там написано, что его хоронили мужи благоговейные. Есть похорона, где не знаешь, что сказать. Есть похорона, мне хотелось присутствовать против вам, где как-то ты чувствуешь какое-то томление в душе. А есть похорона, на которой хочется быть. Я не знаю, вы обращали это внимание или нет, я для себя это отметил. Есть похорона, где хочется быть. Какая-то особая атмосфера на этих похоронах присутствует. Потому что там, во-первых, присутствует Господь, во-вторых, там благоговение. Люди благодетельны собрали.
все, кто собрались в это место, все мы сегодня выразили благоговение. Если вы обратили внимание, сегодня не так сильно прославляли сестру Зою. Я внимательно слушал, что они говорили, и думаю, что можно было бы убавить с того, что говорили. Я ничего не нашел в своем сердце, в своих мыслях, что что-то можно было бы забрать, лишнее сказать. Но подумал, а можно было бы еще что-то добавить? Знаете, можно. Можно еще очень много было добавить. Но я думаю, достаточно, что что было сказано, это было для свидетельства, для утверждения в вере всех нас. Написано, что мы смотрели на кончину праведников и подражали их вере. Сестра Зоя приготовила себя к погребению. Она приготовила к себе к переходу от этой жизни в жизнь вечную. Она приготовилась. Я лично имел много бесед с ней. Братья имели, посещали. Она буквально за несколько, может быть, это пару недель было назад, когда она всей церкви просила прощения. Хотя, я не знаю, есть ли на церкви кто мог бы на нее обижаться. Она добрый человек, она действительно как-то говорили, это правда, это все правда говорили за нее. И я ее так, любя, как мы друзья, так всегда ее называл Зоя Лукашина. Она меня часто поправляла, я долго не мог привыкнуть по-украински. Она любила, чтобы ее отчество по-украински, Лукашина. Я то Пьянова, то Пьяновна, то еще как-то там. Она говорит, Лукашина, батька мог Лукашина. И она очень прославила, это правда, и мы очень имели хорошие отношения. Братья и сестры, я хотел бы в заключение сказать благодарность для вас всех, хочу сказать благодарность. Благодарю, что вы все разделили ум, скорбь с близкими. Хорошие слова все говорили, полезные, нужные, наставительные для нас все. Брат Петя, который брат со звездой, хорошие слова сказали. Всех можете познать, оно как-то так прошло в душу, как бальзам, как или. Понимаю, скорби, родная сестра, но такое слово для всех нас. Мне кажется, в этом родстве вот присущая вот такая доброта. Многие племянницы, я не знаю, сестры Зои, некоторые знают. Но многие из них я узнаю, они похожи на нее. Их улыбка, у них такая простота, они такие открытые. Будьте такими всегда, будьте, подражайте. Подражайте мне. Сказать. Но... Зоечке. Знаете, она была очень большим благословением в нашем хоре. Знаете, она была очень таким ответственным хористом. И знаете, что мы все, конечно, с характерами, но, знаете, она всегда, если надо где-то пересесть, вишу, она всегда, знаете, так вот смиренно, как скажешь. И, знаете, она очень, так, знаете, была очень послушна. И, знаете, я благодарна Господу, что она была в нашем хоре, у нее было очень большое любящее и, знаете, и благодарное сердце. Знаете, наверное, в нашей церкви, наверное, все наши церкви, друзья Христовы, все гласало сердце, что такого благодарного сердца в нашем служении. Наверное, это она была, знаете, больше всего благодарности в нашем служении, когда были нужды и благодарности, больше всего неслось от Зоечки. И знаете, она вот, даже сегодня от Витя и Олег вспомнил, что она как-то по-особенному всех называла. Знаете, так ласково. И я тоже вспоминаю, что она меня всегда называла Ирочка, моя ж ты маленькая. И знаете, я просто, ну как мы все чувствовали, что мы были как ее дети. Вы знаете, и сегодня наш хор, вы знаете, почему мы так оделись, такую именно форму одежды? Потому что Олечка вспомнила в своем стихотворении о подарке. Вот этот все эти шарфики, которые сестры имеют сегодня темно-синие, это Зоечка подарила нашим хористам. И поэтому, вы знаете, мы в честь Зоечки оделись вот так вот, просто как дань уважения ей. И мы будем очень, конечно, скучать за Зоечкой. Она была очень большим благословением для нашей церкви, для нашего хора. Пускай сплетешит разных.
России.